take a step. Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня будет очень жесткий ролик. Я немного пушу силовую, но как, не прям топ-1 мира, потому что уже одну карточку в ШД слил, вылетели с Джейсоном Пятым, нас там с двух сторон поджали. Но это не суть. Суть в том, что хотя бы планочку надо взять, чтобы рубануть там 10к плюс, и может быть следующий сезон сделаю это поплотнее. Но давайте сейчас с вами на таре попробуем затащить катки, потому что здесь у нас одиночное столкновение. Я думаю, это будет прикольно, весело. Сразу подрубим зрение и побежим на мид. Потом попытаемся зарубиться за банки. Самое главное, аккуратничать, если что, отходить сразу. Но вообще, это печально. Если я потеряю центр, то где-то по краям мне не будет легче. Поэтому надо как-то завоевывать. И я, наверное, возьму чертика, который атакует, потому что это иногда лучше решает. Тем более, не палит мое местоположение. Хотя, в принципе, и лекарь тоже может спасти, когда у вас уже прямые стычки. Но там много крыс, много кустов, поэтому давайте начнем с него. И, ребят, обязательно не забывайте подрубать кот ММА, сейчас будет весело. Я надеюсь, у меня это получится. В общем, погнали. Закинул практически сразу. И тут я смотрю, есть Бо, есть Тара. Так, лагает. Вот ты. Бомбит, еще и лагает. Я не знаю, что с интернетом, ребят. Но у меня люто сгорело с этого бо. Он просто готов свою жизнь отдать ради этой попытки. Хотя он в плохом положении был. То есть он не отступит, он будет бороться до конца. Но он за это и поплатился, но у меня в этот момент еще лагало. У меня такое часто происходит, особенно еще и в скримах. Это просто пипец. Хотя, может, и хилку возьму, не знаю. Они все равно рашат. Нам бы ульту накопить. Да не лагай, ну ё-моё. Утро, 10 утра, никто из соседей дома не сидит. Че это происходит? О, турелька, моя опора. Давайте отгоним, чтобы сразу знали. Так, есть Брок. Есть Лаги. Есть еще какая-то фигня. Есть Тара. Тара, не дай бог, ты попробуешь меня затянуть. Я тебя покараю. Давайте. Тут тоже нельзя фидить минки, это опасно может быть. Я сейчас проверю, какой у меня интернет стоит, потому что я не знаю, что так лагает. Утро. Куда так лагать? Давайте. Даже звук пропадает в какие-то моменты, вы слышите это, да? Ой, это было очень опасно. Блин, это очень страшно играть, когда ты понимаешь, что ответки не будет. Вот он. Ну, понятно, чисто так для себя играет. 870 место в топе по силовой гонке. Что от такого типа ждать, что он просто зарашит? Да, в принципе, это логично. Ну, давайте, ребят, погнали дальше. Все верно, ребят, как я и ожидал. Я, кажется, сидел на другой Wi-Fi линии, то есть 2.4. Она очень плохо работает, как вы видите, лагает постоянно. Возможно, сеть только на 5 ГГц, и то иногда тоже он подводит. Блин, самое жесткое это то, что он, меня не спрашивая, переключается на более слабую, а потом, когда я возвращаюсь на более сильную, он меня запрашивает пароль. Вот логика просто идиотизма.
Надеюсь, Джеки тут нет. На всякий случай чекну, потому что потом это могло бы быть куда опаснее. Контроль есть? Все, от него будем играть. Осталось уже 6 бойцов. Но если... если сюда Джеки начнет явно забегать, придется отдавать эту местность, чтобы не вылететь, потому что у меня банок не так много. Надо контроль до последнего, чтобы видеть, кто где. И что можно на Карла выйти. Тару давайте не будем агрить. Так, кто у нас? У нас Карл еще. Вольт рубится. Так, мы контролируем Джеки. Так, Найс, сейчас для нас все гуд. Мы видим контроль, они между собой рубятся. Сносим Джеки, остались Тара на Тару. Так, надо забирать топ-1. Бэби. Два раза мы дотащили, третий, как всегда, часто бывает, заходит супер на зло. Так что, ребят, если вы пушите, возможно, стоит попробовать это сделать на Таре. Если вы играете силовую в этом сезоне, это будет для вас неплохой совет. Но, сами видите, я очень сконцентрирован, контролирую там последний гаджет и трачу ради того, чтобы... занять этот контроль очень важен. Я потом вон на изи Карла забрал баночки, Вольта, Спайка добил. Все это от контроля идет, но если вы его потеряете, то может быть будет плохо. Давайте оставим черный портал, он везучий, 8 из 10. Надеюсь, лагать не будет, хотя что сразу двоих отменило? Кто-то передумал, кто-то забоялся. Самое главное, не забывайте, что если все очень плохо идет для вас и вы теряете контроль, не усирайтесь ради этого, не вылетайте шестыми, седьмыми, не рискуйте, ва-банк не идите. Лучше отступите и, возможно, оставьте один гаджет, чтобы потом круксуиться и зайти и видеть, кто где, может быть, стрельнет. Друг на друга начнут рубиться. Но не факт. Не всегда так срабатывает. Иногда вот именно встречает того, кто заходит в круг. Хотя у вас будет небольшой контроль за счет видения. Окей, погнали. Так, Бо, наверное, на мид зайдет. Не, ва-банк. Давайте отойдем пока. У нас тут еще баночка есть. У нас тут ниты есть. Затеемся. Давай затеемся. 3 зрителя. 4 зрителя. Да куда вас столько? Но не факт, что это мои. Но, как я и говорил, контроль. Я там чуть не отлетел. Как-то Тара обошла неожиданно. Это был хороший мув. Благо, он не сыграл против меня. Окей, теперь. Вот что, сейчас хороший пример, как я говорил. Крайняя катка вечно вот так вот идет. А сейчас у нас... есть.
Оу! Нет, колючка! Давайте отпугнем его. Я его сейчас затяну. Если он еще будет атаковать, я его затяну, отвечаю. Все, Настя, я его выкурил с контроля. И пошла затяжечка! Есть! Есть, ребята! 3 топ-1. Обидно очень, что туду слил, потому что так мы почти везде на эпик шли, не считая баунти. Она довольно-таки странная была. Это, знаете, какая баунти? Дружеская игра. Сейчас. Баунти. Найду быстро. Называется... А чё, её нету, что ли? Царь горы? А вот, царь горы. А получается, там вообще не рубится. То есть, Мортис попадался, брал звезду, уходили в деф, в углу сидели. И мы там побеждали со счетом 3-1. То есть, вот такие счеты. Не 20-10, а 3-1, 4-1, 5-1. Вот типа того, 5-2 там. Ну, короче, вот только там эпики мы не забирали. Так бы нормально шел. Ну, в общем, ребята, буду держать в курсе по поводу силовой. Может, еще Last день сниму, так что, если вам этот ролик понравился, закидывайте лайк. И ждем интересных новостей. Вроде уже октябрь, а они говорили, увидимся в октябре. Так что всем удачи, ребята, всем пока.